Урожай дикорастущей конопли уничтожили комбайном. Сотрудники наркоконтроля совместно с представителями ФСБ вышли на борьбу с наркосодержащим растением. В области продолжается ежегодная операция «МАК-2014». За два дня удалось ликвидировать огромные участки конопли в Перелюбском и Ершовском районах. Все обнаруженные очаги дикорастущего наркотика уничтожили путем скашивания. Пришлось даже задействовать сельскохозяйственную технику, поскольку плотность произрастания составила почти 10 кустов на квадратный метр.